Правоохранительные органы задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Задержанный вот уже 3 года числится в розыске. Задержанный 51-летний мужчина числился в розыске с 2015 года за правоохранительными органами Республики Узбекистан по подозрению в совершении мошеннических действий. В Ульяновской области мужчина проживал по поддельному паспорту Республики Киргизия. Подозреваемый задержан, проводятся необходимые мероприятия по его экстрадиции.